Меня зовут Никольская Юля. Я в SkillZap уже хожу давно, с 2016 года, потому что мне здесь очень нравится. Сейчас я решила пойти на курс по рисунку Казапу, потому что давно ждала, когда он вернется в Петербург преподавать. Мне очень нравилось у него тогда, еще давно. Мне всегда хотелось лучше научиться рисовать фигуру, поэтому я думаю, лучше, чем Азата, не найти. В этом семестре мы начали в тоне рисовать фигуру, и это прям большой шаг вперед. Ну, потому что здесь очень такая дружелюбная атмосфера, очень приятно находиться. Всегда люди, которые сюда приходят, они тоже очень приятные. Мне нравится именно общаться с людьми и вместе с этим качать свой скилл, развиваться. И я прям вижу, как с каждым семестром, каждый семестр это большой шаг вперед. На самом деле, как-то сначала было, наверное, мне тяжело, потому что Photoshop я не знала вообще совсем. И для меня вначале, наверное, это было самое тяжелое, влиться как-то в процесс. И в самых первых семестрах именно по 2D, пожалуй. Потом все как-то легче было, и хотелось возвращаться сюда постоянно. Смешные истории. Но вот я помню, как меня также попросили как-то записать какое-то интервью, когда мы Новый год праздновали. Я приехала на мотоцикле, и я шлем надела, и в шлеме чего-то там бубнила. Оно в итоге, по-моему, никуда потом не попало, но было смешно. Я на следующий семестр опять приду к Азату. Я уже записалась. И хочу еще записаться на цифровую живопись онлайн, потому что цвет — это прям то, что мне сейчас очень интересно. Я хочу эту область развивать.